В текущем году участковыми уполномоченными полиции Тверской области рассмотрено более 100 тысяч заявлений и сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях раскрыто свыше 2000 преступлений. Такую статистику приводят в региональном управлении МВД России. О работе участковых в областном министерстве внутренних дел журналистам рассказали в ходе традиционной пресс-конференции. Подробности в материале нашего корреспондента. Сегодня участковые уполномоченные – это первые представители власти на местах и главное связующее звено между населением и правоохранительными органами. Эти люди решают широкий спектр задач – от конфликтов между родственниками и соседями до помощи в раскрытии серьезных преступлений. На территории Тверской области несут службу 428 участковых уполномоченных. И каждый из них, подчеркивают в МВД, своего рода шериф на своей земле. Мы хотим, чтобы, наверное, название службы участковой – и должности участкового происходило от слова «участие». Однокоренное слово, да, то есть участие в жизни людей. Это оказание им помощи. И главным критерием вообще работы участковых для нас является это доверие населения. Участковые уполномоченные в Тверской области осуществляют контроль за более чем 53 тысячами граждан различных категорий. За лицами, стоящими под административным надзором, замеченными в семейно-бытовых конфликтах, а также за несовершеннолетними правонарушителями и владельцами оружия. Задача планомерная, нагрузка во всех районах, конечно, разная. В городе она одна, в сельской местности другая, но и там, и здесь есть свои сложности. Если в городе это нагрузка по материалам, нагрузка по населению на одного участкового уполномоченного, то в сельской местности, конечно, это протяженность участка. Иногда длина одного участка достигает 120 километров. Большую помощь участковые уполномоченные оказывают подразделению по делам несовершеннолетних. На сегодняшний день на учете в органах внутренних дел находится 1718 несовершеннолетних нарушителей. Из них более 1200 выявлено в этом году. Работа также ведется и по семьям, которые в народе принято называть неблагополучными. Проверять по месту жительства иногда семьи вот именно такой категории, я бы сказала, даже несколько и страшновато, потому что мы приходим в семьи и не знаем, каким образом нас встретят. Бывает, и часто такое случается, когда родители находятся в состоянии алкогольного опьянения, ведут себя достаточно агрессивно. И, конечно, учитывая, что в службе ПДН работают в основном женщины, помощь и поддержка участкового нам как никогда важна и нужна. Впрочем, важна и нужна эта работа и для обычного населения. Как поясняют в региональном управлении МВД, обратиться к своему участковому граждане могут абсолютно по любому поводу. Поданное заявление обрабатывается в кратчайшие сроки и передается в ближайший отдел полиции. Дальше по нему решается вопрос о возбуждении дела производства. В этом году участковыми уполномоченными полиции Тверской области рассмотрено более 100 тысяч заявлений и сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях. Раскрыто свыше 2000 преступлений. Это каждая третья из всех раскрытых преступлений в Верхней Волжье, отмечают в МВД.